Да, звук. Добрый день, коллеги. Давайте обратную связь. Слышно меня хорошо? Угу. Звук есть, картинка есть. Прекрасно. Давайте знакомиться. Левченко Ирина, заместитель директора туристической компании «Сказка странствий» в Самарской области. Я хочу вас пригласить к нам в гости, ну и, конечно же, немножко рассказать не только про Самарскую область, но и про нас. Туристическая компания «Сказка странствий». Мы являемся туроператорами по внутреннему и въездному туризму. Главная наша специализация – это, конечно же, Россия, Самара и Самарская область. Мы являемся членами Российского союза туриндустрии. И, как я уже сказала, основное направление деятельности – это в основном прием в Самаре и Самарской области. Нами разработано более 80 тематических экскурсий, которые мы с большим удовольствием включаем в программу приема в нашем замечательном городе. Группы туристов, с которыми мы работаем как в Самарской области, так и на прием, абсолютно разные. Это может быть организованная группа туристов. С большим удовольствием мы работаем с малышами, то есть это начиная от детского сада и заканчивая старшеклассниками. Корпоративы тоже наши друзья, то есть дружные коллективы, да, конечно. Сборные группы, да, и индивидуалы. Именно 2020 год показал нам, что все больше в Самарскую область приезжает именно индивидуальных туристов. Начинает одного человека и заканчивает там 2-3 семьи объединяются, и вот все вместе к нам приезжают. Сборные группы у нас есть, то есть у нас есть расписание сборных туров, которые мы проводим по Самаре и Самарской области. С этим расписанием можно ознакомиться у нас на сайте и в наших страничках в соцсетях. Одно из направлений нашей деятельности в последнее время – это железнодорожный туризм. Вот мне хотелось бы об этом поговорить чуть-чуть поподробнее. На слайде вы видите 4 проекта, которые являются у нас, наверное, базовыми в последнее время. Очень большой наплыв туристов именно на эти проекты. Эти проекты, хотя они пошли у нас совсем недавно, ну, буквально там, 2-3 года, некоторые вообще всего год работают, они уже являются победителями и обладателями гран-при и премии «Лучший маршрут года». Самарский шик-модерн, театр «Лучше поезда», яркие выходные в Самаре, поезд «Рождество» и поезд на пленэр. Вот две последние картиночки, сейчас два слова скажу. Поезд на пленэр – это в основном проект, который работает в летнее время, то есть мы его начинаем, устанавливаем даты периода с мая по сентябрь. Пленэр. Вы прекрасно понимаете, что это художники. Но мы приглашаем не только профессиональных художников, но и обычных людей, которые хотят увидеть себя в искусстве или просто приобщиться к этому искусству. То есть две группы у нас путешествуют в рамках этого проекта. Это профессиональные художники из разных регионов и люди, которые просто приехали познакомиться с Самарской областью. Экскурсионная программа у той и другой группы практически одинаковая. Единственное, что художникам мы даем чуть-чуть больше свободного времени, чтобы они создали свои шедевры. И на этих шедеврах запечатлели нашу Самару и Самарскую область. Действительно, в этот проект входит у нас путешествие на теплоходе на Самарскую Луку, знаменитое село Ширяево. Именно в этом селе когда-то Илья Ефимович Репин написал картину «Бурлаки на Волге». И там, конечно же, тоже создаются шедевры. Вполне возможно, они когда-то будут такими же знаменитыми, как картина «Бурлаки на Волге». Ну а выставку этих работ, а художники нам оставляют эти работы, можно увидеть на территории нашего железнодорожного вокзала в Самаре, ну и в других выставочных комплексах. Об этом проекте можно узнать поподробнее, обратившись к нам лично или посмотреть у нас на сайте или в соцсетях. Яркие выходные в Самаре, поезд «Рождество». Здесь все ясно. Этот проект привязан к определенным датам. Рождество у нас раз в году. И если в прошлом году проект был двухдневным, то в этом году мы его уже расширили. У нас он длился 3 дня. И мне показалось, что нашим туристам даже времени не хватило, чтобы познакомиться с Самарой. Рождество они встречали в нашем городе. Это было действительно незабываемо. На базе нашей компании открыт по благословению самарского митрополита Самарского и Новокуйбышевского митрополита Сергия, Самарский центр православного туризма. Это еще одно из видов нашей деятельности. О нем мы поговорим чуть-чуть попозже.
Ну и, конечно же, это организация мероприятий на территории Самарской области, начиная от культурно-массовых, заканчивая экологическими. То есть это деловые мероприятия, спортивные какие-то состязания, активные. Вполне возможно что-то объединить, какие-то два направления для того или иного мероприятия. То есть здесь, конечно же, все идет от вашего запроса. Коллег-партнеров у нас достаточно много, но мы бы хотели видеть еще больше и предлагаем вам вот как бы к ним присоединиться. Мы работаем со всеми с большим удовольствием. У нас гибкая система агентского вознаграждения. И, в принципе, мы можем сделать как комплексный прием у нас в Самаре, так и подключиться на любом этапе организации тура. То есть вы можете взять у нас, например, только экскурсовода, если ваша группа приезжает транзитом и будет в Самаре недолгое время. Мы можем вам помочь с транспортом, мы можем помочь вам разработать программу, то есть в зависимости от того, что необходимо для вашей группы туристов, которые или приезжают в Самару на определенное время, или приезжают в наш город транзитом. У каждой вашей заявки с вами будет работать определенный менеджер, который ведет вас от самого начала получения заявки до, конечно же, фееричного ее завершения. Ну и давайте немножко подробнее поговорим про наши проекты. Мне бы хотелось начать с нашего нового проекта. Называется он «Самарский шик модерн». Почему я говорю, что он новый? Потому что он был запущен именно в этом году, в 2020. Да, вроде бы этот год был для туризма достаточно сложный, но, видно, вот тот самый момент, пока мы вынуждены были какое-то время находиться дома, появлялись безумные идеи, которые потом выливали что-то такое грандиозное, интересное, и которые, в принципе, вот эти все идеи были нами осуществлены. Авторами этого проекта являлся наш директор нашей туристической компании Мария Александровна Бондарева и ее, я бы сказала, наверное, уже подруга, наш партнер, это представитель Куйбышевского филиала федеральной пассажирской компании Инна Владимировна Гаврилова. Она всегда нас поддерживает и, наверное, иногда дает даже более такие яркие идеи. Проект действительно у нас реализуется. Как я уже сказала, старт был в этом году, и в этом году уже в 2020 году он у нас осуществлялся не единожды, то есть к нам приезжало несколько групп туристов. Последняя группа была в октябре месяце, осень была достаточно теплая, и это позволило нам провести данный проект. География проекта очень большая. Здесь у нас, опять же, идет логистика, связанная с железной дорогой. То есть вы можете приехать к нам из Москвы, как, в принципе, у нас разработан проект. Вы можете приехать из других городов, с которыми у нас есть прямое железнодорожное сообщение. Но если вдруг по каким-либо причинам вам неудобно приезжать на поезде, то мы, конечно же, пойдем вам навстречу и сможем вас принять вот на этот проект, уже если вы приедете на своем автомобиле или, может быть, возможно, группа приезжает на автобусе. Даты проведения данного проекта в 2021 году имеют место быть. Посмотрите, пожалуйста, на слайде они указаны. Это даты пребывания ваших групп уже на территории нашего города в Самаре. 15-16 мая, 5-6 июня, 3-4 июля, 7-8 августа, 4-5 сентября. К этим датам вы прибавляете 2 дня – день отправления в Самару и день прибытия в ваш родной город. В зависимости от того, из которого вы города, ну, возможно, вот это количество дней, оно будет и увеличено. Ну, а теперь давайте немножко поговорим про структуру проекта. Вот на этом слайде вы видите как раз отель, который нас всегда принимает, это наши добрые друзья и партнеры, это отель «Седьмая авеню», спа-отель. Наши гости, которые приезжают в Самару в рамках проекта «Самарский шик модерн», они останавливаются именно в этом отеле. Ну а начинается все, естественно же, до прибытия в Самару. Первый день – это пятница. В основном мы это делаем проект, конечно же, в выходные дни, как вы уже поняли. И в пятницу вы садитесь на поезд и отправляетесь к нам в Самару. Из Москвы гости едут на двухэтажном поезде номер 50, который уходит в 6 часов вечера. В субботу вы приезжаете к нам не сильно рано, это дает возможность туристам отдохнуть в поезде, подготовиться к нашему проекту. Мы встречаем группу на вокзале, везем до отеля, даем возможность людям разместиться, заселиться, привести себя в порядок, ну и первая услуга – это завтрак.
Завтрак – это действительно очень важно. И на питание мы обращаем очень такое пристальное внимание. Нашими партнерами являются лучшие рестораны города. То есть практически во время этого проекта и во время других работ точки питания у нас не повторяются. Каждый раз мы выбираем что-то новое, интересное. Это, чтобы это были не только интерьеры ресторана, но, естественно, что-то интересное, вкусное. И желательно, естественно же, блюда нашей волжской кухни. Это имеет место быть. После того, как группа позавтракала, после того, как вы взяли все необходимое с собой, в основном это хорошее настроение и фотоаппарат, или какие-либо гаджеты, мы собираем группу в холле отеля. Сажаем в автобус, и наше путешествие начинается. Мы смотрим с вами архитектуру в стиле модерн в Самаре. Кто-то, возможно, удивится, но ведь давным-давно уже признано, что Самара – это третий город после Москвы и Санкт-Петербурга, где больше всего на улицах города сохранилось зданий в стиле модерн. Модерн – это очень красиво, это воздушно, это такая необычная фантазия. И, к счастью, дома, построенные в стиле модерн, в Самаре есть. Действительно, самарский шик-модерн – это, наверное, такой ураган деталей, элементов. Но, помимо всего прочего, делая фотографии, слушали интересные истории, мы не забываем, конечно же, о питании. И заходим в одну из наших знаменитых кофейн, стильная. У нас такая есть кофейня, называется White Cup. Кто бывал в Самаре, я надеюсь, что мимо этой кофейни не проходили. Почему именно сюда? А потому что на потолке кофейни есть карта. Карта города Самары, где указаны в виде таких белых чашечек все дома, построенные в Самаре в стиле модерн. То есть пока вы сидите и пьете кофе, вы можете поднять глаза наверх и увидеть маршрут, по которому вы будете путешествовать 2 дня, пока будете находиться в Самаре. Мы с вами смотрим прекрасные особняки, построенные в стиле модерн. Мы слышим знаменитые фамилии архитекторов. Это и Вернер, и Зеленко. И мы увидим не только сами эти здания, но услышим еще истории о тех людях, которые заказывали эти здания и которые жили потом в этих домах. Я думаю, что кто приезжает к нам в Самару, в первую очередь говорит о том, что Самара – это родина жигулевского пива. Да, мимо пива мы никак с вами не пройдем, тем более, что и само здание жигулевского пивного завода, вы видите вот как раз его на слайде в правом верхнем углу, тоже достаточно красиво. Но это промышленная такая вот архитектура. Это не модерн, но все равно это симпатично. А вот жилой дом для себя Альфред Филиппович фон Вакана, основатель этого предприятия, построил именно в стиле модерн. И мы к нему тоже будем подходить. То есть, в принципе, наверное, подходя к дому, тому или иному, можно будет где-то пофантазировать, кто же жил в этом доме, чем он занимался, кто был этот человек и почему он выбрал именно такой стиль для строительства своего дома. Но самое интересное, что люди, которые жили в нашем городе, они строили для себя не только жилые дома в стиле модерн, но и даже доходные дома или какие-то лавки тоже в этом же стиле. Гуляя по Самаре, мы не забываем о питании. У нас с вами обед, опять же, в одном из наших ресторанов. А потом уже мы продолжаем пешеходную прогулку по нашей улице Ленинградской, где тоже интересные дома. Здесь вы увидите не только модерные, другие архитектурные стили и поймете, наверное, вот это вот переплетение стилей архитектуры в Самаре и переплетение судеб людей. Достаточно известные имена будут звучать. И, в принципе, когда мы уже дойдем с вами до здания нашего главпочтамта, опять же, стиль модерн, у вас, наверное, уже сложится впечатление о Самаре и будет какой-то дом, который понравился вам больше всего, запомнился. Здесь мы вам даем открыточки, выбираете себе открытку с видом того или иного особняка, который, наверное, запал вам в душу. И вы сможете или оставить ее себе на память, или отправить себе или любимому по почте, или вашим родным и близким, рассказав, как вы хорошо отдыхаете в Самаре. Далее мы с вами следуем в один из наших старейших отелей. Отель называется «Жигули Бристоль». Отель очень красив. Здесь у нас сохранились еще и внутренние интерьеры, также стиль модерн. И даже сам, когда ты подходишь к этому отелю, он уже поражает тебя своим изяществом. Здание как будто оплетено лианами. Все в орхидеях.
и хочется побыстрее посмотреть, что же там внутри. У вас будет такая возможность. Это здание выбирали для того, чтобы остановиться в нашем городе знаменитые люди. Но мне бы хотелось назвать только одно имя – Федор Шаляпин. Да, Шаляпин бывал у нас, бывал неоднократно, и вот именно в свой последний приезд он выбрал номер люкс в отеле «Жигули Престоль», номер Шаляпина, как он сейчас называется. Вы побываете в этом номере, вы выйдете на тот самый балкон, с которого когда-то, по легенде, Шаляпин дал свой импровизированный концерт. Конечно же, для Шаляпина был подготовлен один из лучших концертных залов Самары. И концерт прошел там с большим успехом. От этого концертного зала до гостиницы было идти совсем ничего. И когда Шаляпин зашел в свой номер, чтобы отдохнуть после концерта, он услышал какой-то гул, а выйдя на балкон, увидел, что вся улица запружена народом. Ни одна повозка, ни один экипаж не могут проехать, а люди стояли под балконом, бросали цветы и кричали «Браво! Бис!». И тогда Шаляпин повторил свой концерт именно с этого балкона для всех жаждущих услышать еще раз его выступление. Ну а в современности этот концерт тоже был повторен. Здесь именно с этого балкона пели самые лучшие басы. И я думаю, что такой концерт будет в нашем городе еще неоднократно, и вполне возможно, что именно в рамках этого проекта «Самарский шик-модерн» вы сможете услышать эти прекрасные голоса. Ну а так как мы говорим о растительных мотивах, вот об этих цветах, которые характерны для стиля модерн и которые украшают это здание, конечно же, на территории этого отеля вам будет предложен мастер-класс. Вы составите свою какую-либо цветочную композицию. Не знаю, что это будет. Может быть, кто-то сделает бутоньерку, кто-то венок. В зависимости от того, что на вас навеет вот посещение данного отеля. Ну а потом ужин. Ужин именно в этом отеле, в его ресторане. Этот ресторан славился всегда. И в свое время, когда Алексей Николаевич Толстой был в нашем городе, во время эвакуации жил он в другой гостинице, а вот ужинать он ходил именно сюда, в этот отель, именно в этот ресторан. Здесь вы попробуете нашу знаменитую рыбу, волжскую кухню. Я надеюсь, что она вам, конечно же, понравится. Но после ужина наша программа не заканчивается, и мы идем в единственный в России музей модерна. Он сейчас располагается на территории одного из красивейших уютных особняков в нашем городе. Когда-то в этом особняке жила самая красивая женщина, знаменитая Сандра Курлина. Чтобы посмотреть на нее, люди собирались и ждали, пока она выйдет на своей повозке по каким-либо тем или другим купеческим делам из своего особняка. А ворота в этом особняке выглядит как крылья бабочки. Вот представляете, распахивались эти чугунные, такие красивые ворота, и выезжала Сандра Курлина. Была не только хозяйка красивая, сами интерьеры, которые до сих пор сохранились в музее модерна, кажется, каждая комната подчеркивала ее изысканную красоту. И я надеюсь, что вам будет очень интересно пройти и ознакомиться с этими комнатами, посмотреть будуар хозяйки, тем более, что эта экскурсия будет в вечернее время. И только потом, когда вы познакомитесь с этим музеем, у вас будет свободное время. Мы отвезем вас в ваш замечательный отель, где вы сможете отдохнуть и подготовиться к следующему нашему дню. Самарский шик-модерн – именно так называется наша программа. Конечно же, модерн – это шик Самары, но еще у Самары есть наши красоты, наша природа, наши Жигулевские горы, наша Волга. Если мы показывали вам только дома, я думаю, что в какой-то момент вы, наверное, бы расстроились, а может быть, даже на нас обиделись. И чтобы этого не было, после завтрака в отеле, а завтрак у нас очень вкусный, вы грузите свои вещи в автобус, в отель мы уже больше не возвращаемся, и мы с вами выезжаем на природу, точнее, на одну из лучших наших смотровых площадок, с которой вы увидите наши Жигулевские и Сокольи горы, знаменитые Жигулевские ворота, острова, Волгу, которая здесь, около города, делает свою знаменитую петлю. И там, за Волгой, вы увидите сказочную страну Самарскую Луку. Вполне возможно, что мы это делаем не без злого умысла. То есть, таким образом, показав наши красоты, мы как бы приглашаем вас посетить наши другие туры. Туры, которые захватывают Самарскую Луку. Туры, во время которых вы сможете познакомиться с нашей природой поближе.
Но в Самаре еще много интересного, и мы возвращаемся в историческую часть города и опять же идем в наши дома в стиле модерн. Один из них – это здание старого общественного собрания. Сейчас там находится военно-исторический музей, или, как мы его иногда называем, музей Пурво Приволжско-Уральского военного округа. Мы приглашаем вас посмотреть на это здание, посетить его залы, увидеть ту самую знаменитую мраморную лестницу, по которой когда-то наши прапрабабушки поднимались, чтобы танцевать, блистать на балах, и познакомиться с экспозицией, которая посвящена знаменитому 5-му гусарскому Александрийскому полку. Я надеюсь, что вы много слышали о знаменитых черных гусарах, и вот у вас будет возможность познакомиться с ними поближе. Ну а потом мы пойдем с вами гулять. Мы пойдем с вами в старейший парк Самары, Струковский сад, который находится в непосредственной близости от этого здания. Мы прогуляемся по его тенистым аллеям, подойдем к гроту, посмотрим симпатичные фонтаны, конечно же, полюбуемся нашими клумбами и выйдем на нашу Самарскую набережную. Это еще один из брендов Самары. Побывать в Самаре и не повидать нашу набережную, ну, наверное, это было бы очень большим упущением. Это тоже наш как бренд, наш шик Самарские набережные. 4,5 километра прекрасных ухоженных набережных, по которым можно гулять и также изучать историю нашего города. Ну и такой яркой точкой, как бы завершением этого тура является обед в ресторане, находящемся именно на набережной. И после этого мы уже отвозим наших гостей на вокзал, и вы отправляетесь к себе домой. Кто-то также уезжает в Москву, но если гости из других регионов, и поезд идет чуть позже, чем указано сейчас на слайде, отправляется 49-й поезд в половине четвертого. Кстати, везде указано время местное, наше самарское время плюс час от Москвы, то мы программу расширяем, и в то время, пока вы ждете свой поезд, вам также будет предложена та или иная программа. Вполне возможно, мы покажем еще какой-нибудь музей или немножечко покатаем вас по городу, но, естественно, не забудем о наших вкусных и красивых самарских сувенирах. Приезжаете вы в Москву в понедельник рано утром, так что те, кто является фанатом работы, кто не может пропустить ни одного рабочего дня, вы вполне еще успеваете. А второй тур, о котором бы мне хотелось также поговорить подробнее, это тур под названием «В театр лучше поездом». Вы все прекрасно помните, что всего 2 года назад, 2019 год, являлся у нас годом театра в России. Именно этот год, 2019, как бы задал старт данному проекту. Начинали мы работать с нашим ближайшим соседом, это Пензенский регион, и сначала именно оттуда к нам приезжали гости на эту программу, но потом подключились и другие регионы, чему мы несказанно рады, особенно тому, что, наверное, к нам приезжают и москвичи. Люди немножечко, может быть, избалованы театром, но нам тоже есть что показать и чем удивить. Вот давайте теперь про этот тур немножко поговорим. Прошу прощения, я немножко перескочила. Структура тура. Из чего она у нас состоит? Во-первых, это, конечно же, культурные выходные в путешествии. Три составляющие. Это путешествие. Вы же едете на поезде, так что это действительно путешествие. За окнами мелькают пейзажи, и вы уже настраиваетесь на какое-то интересное приключение. Это туризм, потому что культурные выходные – это прекрасно. В театр мы, конечно же, с вами идем, но экскурсии у нас тоже будет. То есть с Самарой вы тоже познакомитесь. Ну и главная составляющая этого проекта – это, конечно же, театр. Театр не просто с внешней стороны. Мы идем с вами на спектакль, вечерний спектакль. Ну и, наверное, это самое важное. Когда вы приезжаете в наш город, мы встречаем вас на нашем железнодорожном вокзале, везем в отель. Вот здесь отель немножко другой. И если в первом туре мы говорили с вами о том, что мы живем в отеле, спа-отеле 7-я авеню, кстати, я прошу прощения, забыла упомянуть, что вы сможете вечером, уже после того, как мы возвращаем вас в отель,
воспользоваться, посетить и соляную пещеру, и поплавать в бассейне, если это будет прохладное время года. Ну, а некоторые даже в 10 часов вечера отправляются на наши набережные, на наши пляжи, чтобы искупаться в Волге. То есть каждый выбирает для себя. Здесь в рамках тура в театр «Лучше поездом» тот самый отель, о котором мы только что с вами практически с придыханием в голосе говорили. Это отель «Жигули Престоль». Один из старейших наших отелей, построенный в стиле модерн, очень удобный, уютный отель. И здесь плюсом то, что он находится в исторической части города. Этот отель мы выбирали потому, что здесь пешеходная доступность для, до всех тех объектов, которые включены вот в рамки этого тура, что дает туру возможность быть достаточно демократичным по цене. Вы заезжаете в отель, мы даем, опять же, вам время, чтобы вы успели разместиться в отеле, в своем новом жилище, в номере. Мы кормим вас обедом и даем свободное время для того, чтобы вы подготовились к вечернему мероприятию. Это, конечно же, посещение театра. Но до того, как вы зайдете в театр, у вас будет небольшая экскурсия по городу. В основном эти экскурсии у нас пешеходные. Если только будут какие-то такие природные катаклизмы, будет страшный ливень или начнется сильный град, надеюсь, камни нам на голову точно не будут падать, то, естественно, будет трансфер. Но хотелось бы пройтись пешком. Идти от вашего отеля до театра здесь совершенно недалеко, буквально полчаса. Прогулка проходит по самым таким интересным участком исторического центра города, и мы как бы даем акцент на те, делаем акцент на те места, которые вы можете посетить потом вечером, чтобы посмотреть, как они смотрятся в вечерней подсветке, или на следующий день, когда у вас будет свободное время. Итак, мы доходим с вами до театра, нас там ждет небольшая экскурсия и потом вечерний спектакль. В рамках этого тура нашими партнерами являются три театра, самарских театра. Сейчас я буду безудержно хвастаться, потому что, в принципе, все театры являются у нас не только номинантами, но и обладателями знаменитой премии «Золотая маска». Перед вами сейчас как раз на слайде находится, вы видите перед собой Самарский академический театр оперы и балета. И вот совсем недавно в Москве именно этот театр представлял наш любимейший балет «Бахчисарайский фонтан». Так что я надеюсь, что еще одна «Золотая маска» будет в архиве этого театра. Театр очень хороший. Как вы видите, по дате его основания, 1 июня 1931 года, он имеет достаточно такую серьезную историю. Открывались мы оперы Мусоргского, Борис Годунов, но у нас очень хорошая балетная труппа, чем мы тоже гордимся. Наш театр имеет действительно свою уникальную историю. Мы можем похвастаться тем, что в годы Великой Отечественной войны к нам был эвакуирован сюда Большой театр, и его спектакли проходили именно в здании вот, театра оперы и балета. И именно в этом здании в свое время впервые прозвучала знаменитая Ленинградская симфония Шостаковича. То есть начинал он ее писать в Ленинграде, а закончил у нас здесь и премьера, фееричная премьера состоялась именно в этом театре. Второй театр, о котором бы мне хотелось сказать, я думаю, даже те, кто не знаком с Самарой, просто как бы интересовались, смотрели в интернете те или иные фотографии, уже эту фотографию, которую вы видите на слайде, в левом нижнем углу точно вы видели. Это наш действительно Самарский академический театр драмы имени Горького. Это один из старейших драматических театров, основан он был в 1851 году, а вот само здание было построено в 1888. И в тот момент, когда было принято решение построить такое прекрасное здание, когда еще только выбирался проект, то глава нашего города говорил архитектору: «Я вас очень прошу, постройте такой театр, чтобы самарцы, еще не заходя в него, его уже полюбили». По-моему, это удалось. Его любят не только самарцы, но и практически все гости нашего города. И очень часто туристы, пройдя обзорную экскурсию по городу, побывав около этого театра, спрашивают, а мы сможем ли мы сегодня попасть в этот театр на спектакль? Я могу сразу сказать, не всегда. Билет у нас разбирается очень-очень задолго. Действительно, Самара – город театральный, и попасть туда просто так, внезапно, это нужно обладать большим везением. Ну а мы, конечно, для своих туристов бронируем самые лучшие места, и для вас-то билеты точно всегда будут. Но еще хочу отметить, что это здание является у нас объектом культурного наследия, охраняется нашим государством, а труппа у нас, труппа очень хорошая, вы видите, два молодых человека приглашают вас в театр.
Следующий театр, с которым мы работаем, это открытие прошлого года, 2020 года. То есть мы включили именно посещение этого театра в рамки нашего тура. Это театр-студия «Грань», который располагается в городе Новокуйбышевск. Город Новокуйбышевск – это город-спутник. Наверное, сложно представить, как это Новокуйбышевск – город-спутник Самары. Я думаю, что многие из вас знают, что в свое время, более 70 лет, наш город носил название Куйбышев. Но, естественно, какой новый город рядом построили, как его нужно было назвать? Новокуйбышевск. Вот так он с этим названием у нас здесь, на территории Самарского края, и закрепился. Туда мы уже с вами пешком не дойдем, туда мы с вами поедем на автобусе. Ехать от вашего отеля до Новокуйбышевска всего буквально 30 минут. Так что туристы будут довольны еще тем, что они узнают что-то не только о Самаре, но еще и о Самарском крае, познакомятся как бы бонусом таким с еще одним городом. Новокуйбышевск – город молодой, но достаточно интересный. Архитектура там замечательная, а сам театр, ну, выше всех похвал. Это театр-студия, куда приезжаешь каждый раз и не знаешь, что ты увидишь. Это яркие впечатления, у кого-то выступают слезы, кто-то безудержно смеется. Сюда можно прийти на спектакль с ребенком, с молодым человеком или своей девушкой, а можно привести и всех своих родных и близких, чтобы вместе сопереживать и героям. Действительно, вот то понимание театра, которое показывает театр-студия «Грань», это действительно новые грани в каких-то вещах и понятиях. И иногда после театра ты начинаешь относиться к каким-то, ну, наверное, обыденным вещам совершенно по-другому. Я вам могу точно сказать, вот это перейду на свою личность, немножко нескромно. Я сама не театрал, я больше люблю балет, я фанат балета, драму не люблю. Но вот на спектакле данного театра я всегда хожу с большим удовольствием и радуюсь, когда именно в наш проект «Театр лучше поездом» включены спектакли театра-студии «Грань». Для вас оно будет действительно открытием, вне зависимости, из какого региона вы к нам приедете. Вы будете очень-очень довольны, ну и ваши туристы, конечно же, тоже. После театра у нас ужина нет, мы специально так сделали, потому что все мы люди разные, и после впечатлений, которые мы получаем в театре, кто-то хочет побыть один, кто-то просто выпить чашку кофе, а кто-то, может быть, действительно пойдет в тот или иной ресторан, который мы, конечно же, порекомендуем нашим туристам, чтобы так вознаградить себя еще и обильным ужином. Плюс этого тура в том, что вы можете вернуться в отель и поужинать в своем отеле, в ресторане. Я его уже хвалила, это действительно очень хороший ресторан. Но самое главное, по дороге в театр, естественно, из него вы проходите, ну, по меньшей мере, 5 ресторанов, которые как бы заслуживают вашего внимания. И пока мы с вами общаемся до начала спектакля, конечно, мы вам кратко рассказываем, как бы рекомендуем тот или иной ресторан, или, может быть, какую-то кофейню, или еще какое-то место, куда именно ваши туристы захотят пойти. Если вдруг кто-то захочет комплексный ужин, то есть, ну, будет такая заявка, да, конечно, это не проблема, мы включаем это в наш тур и, соответственно, идем вот на все ваши запросы, идем всегда вам навстречу. Люди приходят в отель, отдыхают, утром мы с ними встречаемся после завтрака, завтрак проходит в самом отеле, и вот в этот момент мы опять же начинаем с вами знакомиться с городом. Экскурсия у нас опять же пешеходная, мы гуляем, смотрим наши особняки, любуемся городом. Но помимо всего прочего, второй день – это еще и музеи. Музеи, которые точно так же находятся в непосредственной шаговой доступности от нашего отеля. Так что вы не сильно устанете, и те из вас, кто, может быть, не любит ходить пешком, кто-то переживает, смогу ли я дойти, не устану ли я, вы не устанете. У вас будут моменты, где вы сможете переотдохнуть. Два музея мы посещаем, это художественный музей, потом делаем небольшой переход, естественно, с экскурсионным сопровождением и посещаем литературный музей. Это целая усадьба, усадьба Алексея Николаевича Толстого, очень красивое атмосферное место. И мне бы хотелось сказать, что во время вот этой экскурсии, я, конечно, буду хвалить наших экскурсоводов, да, они у нас все профессионалы, они действительно профессиональные экскурсоводы. Мы еще используем радиооборудование, это удобно, я думаю, что многие уже им пользовались, и туристы, и вы сами как профессионалы. И это действительно хорошо, удобно, особенно во время пешеходной экскурсии, которая у нас и проходит во второй день.
После посещения музеев мы провожаем вас до отеля, вы обедаете, освобождаете номера, вещи свои помещаете в камеру хранения, и у вас будет свободное время. Вот здесь вы можете использовать его как хотите. Был у нас один раз момент, что туристы попросили продолжить экскурсию. Мы гуляли с ними, уходили уже достаточно далеко от отеля. Кто-то идет за сувенирами, кто-то идет в тот отель, в тот музей, который был не запланирован для посещения, ну, а кто-то просто спускается на набережную, гуляет, наслаждается видами Волги, нашей Самары, ну а некоторые даже идут купаться. То есть такая возможность тоже будет. По сувенирам. Сувениры всегда наши туристы могут купить очень быстро, это удобно, потому что вот та часть, историческая часть города, на территории которой, в принципе, и проходит вот весь этот тур в театр лучше поездом, там очень много всяческих магазинчиков, которые предлагают не только магнитики, но и действительно очень интересную продукцию нашу, самарскую. То есть можно привезти вкусные сувениры из Самары, ну, а может быть даже и какие-то предметы, которые вам необходимы будут и дальше в повседневной жизни. То есть вы сможете украсить свой домашний интерьер, ну или себя любимых, потому что у нас есть прекрасные такие вот платочки с изображением видов нашего города. И действительно, имея такой платок, всегда можно сказать: «Я купила его в Самаре». После того, как заканчивается время пребывания на территории города, мы опять с вами все собираемся в холле отеля, вы забираете вещи из камеры хранения, мы вас везем на вокзал. Поезду, на котором вы отправляетесь уже в свой регион, переполненный эмоциями, чувствами, я надеюсь, только положительными. Для школьных групп действительно это актуально, потому что мы делали, ну, сразу хочу сказать, мы апробировали это на Пензенском регионе, они просто для нас очень удобны, у нас ходит дневной поезд. И получается, что ребята приезжают, успевают посмотреть дневной спектакль, то есть такая возможность есть, и уехать, то есть это еще дешевле. Можно оставить ребят на вечерний спектакль. Почему я говорю про Пензу, почему мы с нее начинали? У них нет оперы и балета. Такого театра в Пензе, к сожалению, нет. И, конечно, они едут к нам с большим удовольствием. То есть здесь можно сделать зимний вариант. Они могут посмотреть у нас балет «Щелкунчик», заночевать, продолжить утром такую сказочную зимнюю экскурсию по Самаре и уехать. Они могут посетить, вот старшеклассникам я особенно рекомендую как раз посещение театра-студии «Грань». Действительно, наши самарские школьники задолго выкупают билеты, чтобы попасть на те или иные спектакли. Ну или опять же наш бывший театр юного зрителя, наш театр «Самарск», у которого тоже очень много интересных спектаклей. Да, этот тур мы можем адаптировать под школьные группы в зависимости от того региона, из которого вы привозите. Ну и мне бы хотелось еще рассказать про ретро-тур на паровозе. Это тур только по Самарской области, однодневный тур. Это новинка нашего года, 2021-го. Очень интересный, действительно увлекательный такой сказочный тур. Мне кажется, наши самарцы-то еще не все побывали, не успели. У кого-то там по датам не складывалось или еще были какие-то моменты. Но это действительно здорово, интересно. И самая главная фишка – это, естественно же, паровоз. Паровоз «Лебедянский», который идет во главе состава. Вагоны у нас здесь двух категорий. Это вагоны СВ и вагоны сидячие. Вагоны очень удобные, везде у нас проводники работают, то есть вы можете что-то заказать у проводников, не только чашечку кофе, но что-то вкусненькое. Вагоны оборудованы биотуалетами, так что наши туристы всегда в очень комфортных условиях путешествуют. Помимо всего прочего, учитывая то, что мы путешествуем по Самарской области, кстати, направлений здесь очень много, на данный момент в нашей компании только провела два тура на ретро-паровозе, и у нас еще ни разу оно не повторялось. И следующие даты, которые у нас же стоят, они у нас есть, вы можете посмотреть на сайте или позвонить, там узнать. То же самое будут совершенно новые проекты. То есть люди могут, туристы, путешествовать, как говорится, из тура в тур. То есть на одну программу съездили, потом на другую. Кстати, хочу вернуться к предыдущим программам, до которых мы с вами говорили. В театр лучше поездом, поезд на пленэры, самарский шик-модерн. Очень радостно, что у нас туристы возвращаются. Вот у нас были туристы, которые сначала приехали в театр лучше поездом, потом приехали на пленэр, мы им так красиво расписали. Ну и в том году мы их увидели. Они одни из первых выходили из вагона на проект «Самарский шик-модерн».
То есть, в принципе, конечно же, как вы понимаете, люди знакомятся с Самарой, узнают ее все больше и больше. И я понимаю, что эти люди будут возвращаться и, наверное, и на этом вот ретро-туре тоже будут у нас путешествовать. Итак, увлекательные рассказы гидов пути. Это тоже правда. Мы ведем экскурсионную программу не в каждом вагоне, мы говорим по громкой связи. И так как у нас туры абсолютно разные, первый тур, например, был включен вот этот ретро-поезд в тур «Яркие выходные, поезд в Рождество», то, соответственно, тематика была рождественская, потом была тематика, например, масленицы, то есть в зависимости от самого тура. Когда мы доезжаем до конечной станции, там у нас очень хорошая экскурсионная программа, ну и про питание мы никогда не забываем, стараемся еще и угостить какими-то самарскими вкусами. Про железнодорожный туризм мы с вами поговорили, давайте вернемся к нашему Самарскому центру православного туризма, который, как я уже говорила, работает на базе туристической компании «Сказка странствий». Я хочу похвалить наших гидов, они у нас большие молодцы, они кредитованы не только в Национальном парке Самарская Лука и заповеднике, Жигулевский заповедник у нас есть, они еще прошли у нас обучение в нашей Самарской семинарии, духовной семинарии, и имеют аккредитацию на православные маршруты. Первый маршрут, который мы предлагаем в рамках вот как раз духовно-просветительских туров, это, конечно же, православная Самара. С Самарой можно знакомиться по-разному. Самару можно увидеть как город, который когда-то благословил появлению митрополит московский Алексий. Пророчество его сбылось, и наш город действительно просиял благочестием. В рамках этой экскурсии ею можно заменить обзорную экскурсию по Самаре или дополнить тот или иной тур в зависимости от контингента тех туристов, которые вы к нам привозите. Вы узнаете о наших самарских святынях, о становлении Самарской епархии. Я хочу, кстати, похвастаться, в этом году у нас юбилей, не только Гагарин в космос полетел, но еще и 170 лет Самарской губернии и 170 лет Самарской епархии. Хотя сейчас у нас уже не епархия, у нас уже Самарская митрополия. Мы расскажем вам подробнее о знаменитом чуде стояния Зои. Вы узнаете об Алексеевском братстве. Вы побываете в нашем Иверском женском монастыре. То есть все самое интересное вы увидите на этой экскурсии. А в рамках этой экскурсии мы обычно посещаем 3 храма или выбирает наш экскурсовод, но если у группы есть какое-либо пожелание, то мы, конечно же, прислушаем. Маршруты, которые расскажут вам о святынях земли Самарской, их очень-очень много. Мы покажем вам сейчас совсем немножко, несколько. Самый первый, с которого мне хотелось бы начать, это маршрут, который мы придумали. Это был первый маршрут духовно-просветительский по территории Самарского края, который мы разработали. Называется он «Золотые переливы куполов». Я думаю, что многие из вас знают, что если в один день посетить 3 храма, звук колоколов, которых не слышен между собой, и попросить в них о чем-либо Господа нашего, то ваше прошение быстрее дойдет до Создателя, и вы быстрее получите ответ на свои чаяния. И вот в рамках этой экскурсии это возможно. Ваши туристы увидят не только красоты нашего края, но и посетят 3 храма совершенно разной истории, совершенно разной архитектуры. У каждого своя красота. Это храм Богоявленский, Василия Курумыч, вы его видите на левом слайде. Это деревянный храм святых новомучеников и исповедников российских в поселке Прибрежный. Вот вы его также сейчас видите на слайде. И прекраснейший храм у подножия царев кургана. Рядом еще находится источник «Неупиваемая чаша». То есть вы сможете посетить не только Христорождественский храм, который сейчас перед вами, но еще и окунуться в воды святого источника и по желанию подняться к поклонному кресту на вершину царев кургана. В каждом храме свои святыни. В Богоявленском это единственная икона испанской Божьей Матери, Богородицы на троне, единственная в Самарской митрополии. В Христорождественском это чудотворная икона «Неупиваемая чаша». Очень интересный список. Здесь у нас Богородица изображена, у нее головка наклонена немножечко влево. Ну и, конечно же, храм новомучеников-исповедников российских. Это вообще уникальное и по своей истории храм, и по своей архитектуре храм. Там батюшка, который там служит, он в свое время у нас, к сожалению, и раком болел, и не мог разговаривать со своими прихожанами, и он писал им письма. И вот сейчас эти письма собраны в книгу, и каждый из вас может получить такую книгу в подарок, когда вы приедете в этот храм. Совсем недалеко от нашей Самары город Тольятти. Я думаю, что это название для вас очень даже знакомо. Мы привыкли, что Тольятти – это АвтоВАЗ, это Волжская ГЭС. Но Тольятти, первое его название этого города – это город Ставрополь-на-Волге, город Креста.
город Святого Креста. И вот именно с этой стороны, со стороны православия, духовности мы знакомимся с городом. Что мы с вами посетим? Величественный Спасо-Преображенский собор. Единственный в Самарской митрополии венчальный храм Петра и Февронии. Вы побываете в Поволжском православном институте. Это действительно уникальное учебное заведение. И не думайте, что там учат только на батюшек и матушек. Отнюдь нет. Там учат и на рестораторов. Там есть, кстати, очень много интересных таких кафедр и культурология. То есть здесь можно получить прекрасное образование. И оно, кстати, совершенно бесплатное. То есть там есть бюджетные места. И эта экскурсия, она еще возможна для старшеклассников как профориентация. То есть куда они могут потом поступить, закончив 11 класс. Одна из главных святынь Самарского края – это село Ташла. Я думаю, что это название знает и далеко за пределами Самары. Здесь у нас находится икона, которая была явлена у нас в октябре 1917 года, икона «Избавительница от бед», от всех бед. То есть эта икона была явлена в то самое тяжелое время, когда Николай II отрекается от престола, и сама Богородица спускается на Самарскую землю, чтобы защитить нас от грядущих бед. Эта икона сохранилась. У нас здесь проходят крестные ходы, которые идут в Ташлу. Они уже идут у нас, по-моему, более 15 лет, то есть этот крестный ход достаточно известный. Вы сможете здесь не только приложиться к этой иконе, попросить о чем-нибудь своем сокровенном, но еще можете окунуться в водоисточник, который забил на том самом месте, где икону достали из земли. И говорят, что, в принципе, люди, которые приезжают хотя бы однажды в Ташлу, возвращаются сюда неоднократно. Сейчас здесь не просто храм, который был построен в 1775 году. Сейчас здесь у нас Свято-Троицкий женский монастырь. Ну и, конечно же, Самарская Лука, которая у нас совсем недалеко от Самары, имеет тоже свои святыни. Одна из главных – это урочище Каменная Чаша. Вы видите вот как раз картиночку у нас на слайде. Это урочище в Жигулевских горах, на достаточно высокой такой вот, на высокой высоте бьет источник, источник, освященный во имя святителя Николая Чудотворца. И местные жители, кстати, говорят, что очень часто батюшку Николая здесь встречают, если вдруг, не дай бог, заблудились ли в лесу или еще что-то произошло. Ну, а люди сюда приезжают за исцелением, чтобы искупаться в водах этого источника, чтобы пройти по территории Жигулевского заповедника имени Ивана Ивановича Спрыгина, а это действительно источник находится на территории закрытой, на территории нашего заповедника, любоваться этими красотами, ну и, конечно же, побывать в храме святителя Николая, и, как я уже сказала, искупаться в водах источника, освященный в честь Него же. На территории Самарской Луки у нас есть монастыри. Это Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь, это так называемый Волжский Афон, Винновка, село Винновка, до которого можно добраться круглогодично на автобусе, но есть еще возможность посетить его в рамках теплоходной экскурсии. То есть здесь два варианта, и в принципе они оба подходят для ваших туристов. Здесь очень интересная программа, мы рассказываем много интересного, показываем уникальный храм, который был поставлен на территории Самарской Луки в 1714 году, и он, к счастью, сохранился, правда, к сожалению, не реставрирован, но самое главное – это подворье Свято-Богородичного мужского монастыря. Вы посетите старинный храм, который был поставлен здесь Анной Орловой Чесменской, новые храмы, которые здесь появились. Посетите музеи, которые здесь есть, поднимитесь на колокольню. И если вдруг вашим туристам покажется мало одного дня в этом монастыре, то мы можем здесь сделать программу на два дня, то есть там есть дом паломника с очень хорошими условиями, здесь можно остановиться и на второй день продолжить знакомство со святынями Самарской Луки или просто погулять по территории нашего национального парка или заповедника. Но есть еще один монастырь, это уже следующий маршрут вдоль Подгорских вершин, вы видите его как раз сейчас на слайде. Это два монастыря, которые находятся в селе Подгоры, не зря мы назвали маршрут вдоль Подгорских вершин. Вот здесь от ваших туристов потребуется определенная физическая подготовка, потому что в основном это маршрут пешеходный. И в общей сложности придется пройти, правда, по ровной местности около 12 километров, но это стоит того. Вы пройдете мимо наших подгорских вершин, вы увидите гору Белая, Манчиха, Жареный Бугор, вы посидите на берегу Каменного озера и озера Иордан, вы посетите женский Свято-Ильинский монастырь и побываете на подворье самого вот храма
который освящен во имя Животворящего Креста Господня. На территорию мужского скита, конечно же, мы с вами не попадем. Как вы понимаете, скит не только женщин, да и мужчин со стороны не пускает. Всего один день в году, когда мы можем туда прийти. Но сам храм, о котором я только что сказала, находится недалеко от источника Ильи Пророка. Так что посещение и храма, и источника – это тоже очень интересно. И самое главное, конечно же, дает возможность нам посетить эти места, приложиться к старинным иконам, ну и получить исцеление. Очень многие едут именно вот к источникам, к старинным иконам, чтобы побывать у тех или иных святынь на данный момент Самарского края. Места это очень красивые, вы видите как раз перед собой тот самый пешеходный маршрут, по которому пройдут ваши туристы. И, в принципе, как вы понимаете, святынь у нас в Самарском крае очень много. Рассказывать можно было достаточно долго, но я думаю, что, может быть, у кого-то из вас будут вопросы, вы можете задать их сейчас мне, я постараюсь на них ответить. Но если кто-то из вас все-таки любит такую связь личную, то вы можете посетить нас на выставки Турмаркета, мы будем там, и сможете задать те или иные вопросы, которые у вас возникли сейчас или, вполне возможно, возникнут чуть-чуть попозже, когда вы подробнее ознакомитесь с нашими программами. Перед вами на слайде все наши телефоны, контакты, сайт, странички в соцсетях. Добавляйтесь, мы будем только рады нашим новым друзьям и, конечно же, партнерам. Задавайте свои вопросы, обязательно на них ответим. И я надеюсь, то, что вы сегодня увидели, то, что вы услышали, стало вам интересно и не только вам, но и вашим туристам. И мы вас неоднократно увидим на территории нашей Самарской области в качестве туристов, ну а потом, конечно же, в качестве друзей. Я рассказала все, что хотела сказать. Если есть вопросы какие-либо, задавайте, пожалуйста, готова ответить. Если нет, ну тогда свидание. Еще минуточек пять подожду, вполне возможно, кто-то что-то захочет узнать более подробно. Спасибо вам за внимание, я надеюсь, что вы узнали много нового, интересного для вашей работы. Будем рады. Что ж, давайте тогда прощаться. Я понимаю, что вам нужно время, чтобы осознать ту информацию, которую вы получили. Ждем от вас вопросов уже вот или в наших социальных сетях, или на почту пишите. Всегда будем рады пообщаться и рассказать обо всем. До свидания.